Приветик всем, снимаю видео о своих небольших покупках в магазине «Подружка». Здесь у меня был один онлайн-заказ, но остальное было куплено вживую. Цены буду называть по памяти, надеюсь, ничего не перепутаю. Ну уж, если что, простите. Решила попробовать вот такой гель для душа от кафе «Мими» Фейхуа. Привлек меня дозатор, если что, можно использовать в качестве жидкого мыла. Стоил этот гель 157 рублей. Ну, что он из себя представляет вживую, понятное дело, я не знаю, это для меня новинка. Потом в пустых баночках расскажу. Соскучилась я вот по этому продукту, а тут захожу, а на него скидка. Это мицеллярка от Эвелин, вот это вот черная, 750 мл. А сейчас с учетом скидки 299 рублей. Раньше, по-моему, и полная цена была меньше, если я ничего не путаю. А сейчас со скидкой вот такая цена, что делать. Но мне очень нравится этот продукт. Я не смогла пройти мимо скидки. У меня давно не было этой мицеллярки. В общем, все одно к одному. Новенькая пенка для умывания, это марка Белкосмекс с гиалуронкой, стоила она 179 рублей. Я говорю уже ту цену, которую я заплатила за продукт, я не помню, какая там была скидка, 15%, 20%, честно говоря, поэтому как бы вот... Что есть, то есть. Любимый бальзам-ополаскиватель... от Pantene Aqua Light 239 рублей. Это небольшой объем. Здесь, по-моему, сколько? 200 мл. Он достаточно экономичный. Я люблю этот бальзам. Купила бы в большом объеме, но, к сожалению, был только в маленьком. Ну, что было, то было. И взяла. По-моему, это был онлайн-заказ, потому что вживую в магазине я не видела, уже нигде нет этого бальзама. Наверное, или сняли с производства, или что-то там, как обычно. Маска для лица Белкосмекс, антивозрастная, вроде бы с гранатом, с ниацинамидом. Стоила она всего лишь 140 рублей. Я не знаю, мне почему-то захотелось ее взять. У меня нет никакого предубеждения, что там, если продукт дешевый, он обязательно плохой, поэтому... Решила попробовать. Вокс. Это мусс для душа и бритья с тропическим ароматом. 169 рублей. Это скидка на него была. Я взяла, потому что марка меня радует все больше и больше. Мне нравятся продукты вот этой марки. Ну и, по крайней мере, я сужу, потому что я уже пробовала. И хочется пробовать... Еще. Новенький гель для душа. Что это за покупки, если нет гель для душа? Это Healthy Skin Food. Бодрящий с манго. В общем, и чем-то там еще. Короче говоря, тропический аромат. Ну, ничего так себе сойдет. Рыженький такой, позитивный. 189 рублей. Это, по-моему, тоже была скидка. Не смогла пройти мимо аромата. Бюджетного. Вот это марка Bestis Wild Bloom. Симпатичная такая коробочка. 330 рублей он стоил. И вот такой минималистичный флакончик. Что по запаху? Ну, такой свежачок. Легенький, водный. Приживется, не приживется, не знаю. Но купить почему-то захотелось. И я не стала бороться со своим желанием. Пришло в голову, что мне срочно нужен гидролат Василька. Когда-то давно я покупала у Милвиты. Милвиты, по-моему, уже давно нет. Ну, в нашей стране, по крайней мере. И тут мне попадается на глаза Леврана в подружке и гидролат Василька. Я его взяла. 457 рублей. С гидролатом... От Леврана я не знакома, поэтому распробую, потом расскажу. Пройдемся по вкусняшкам, если это так можно назвать. Во-первых, я решила попробовать новый батончик. Вот такая вот марка. Стоил он 80 рублей.
Для того, чтобы вам рассказать, я взяла сразу не один, а два. Думаю, один попробую, один вам покажу. Вот, как сказать, чтобы не фантик был, а цельковый. В общем, гадость невообразимая. Внутри какие-то крошки, которые распадаются. Так называемый шоколад – это не шоколад. Это такая похабель, я вам объяснить не могу. То есть настолько все это дешево, отвратно. Есть это неприятно. Он вроде бы и сладкий, и не сладкий одновременно. Неудачный какой-то подсластитель, судя по всему. В общем, этот батончик я есть не буду. Я просто его выкину и все. Оставила только для того, чтобы вам показать. А в отличие вот от этой вот вкусняшки, которая стоит дешевле, 55 рублей против 80. Но это реальная вкуснота. Это прям даже не потому, что это там без сахара или что-то такое. Просто это вкусно. Поэтому я беру. К сожалению, вот была версия только вот с ананасом. Я предпочла бы классический, просто с кокосом. Ну и пинаколада тоже вкусно. В общем, это что касается батончиков. Решила попробовать чипсы. Вот такая вот марка. Фрирайд, что ли? Пшеничные чипсы со вкусом ростбифа и хрена. Обошлись они мне 47 рублей. Ну, это, наверное, с 15% скидкой или с 20%, я не знаю. А сколько тут у нас по весу? Наверное, 50 грамм. Да, 50 грамм. В общем, если рассматривать это все, то выглядит это, знаете, как? В общем, какой-то умный человек взял дешевый лаваш, вот этот вот белый в пятнах, самый-самый дешевый, порезал его на квадратики, облил вот этими вкусовой добавкой, якобы с ростбифом и хреном, засунул в духовку, и вуаля, получились чипсы, уже которые можно 50 грамм продавать за, грубо говоря, там 50 рублей. Замечательный бизнес. Ну ладно, это что по внешнему виду. Что это такое на вкус? Вот если закрыть глаза и просто попробовать. В общем, на вкус это опилки со вкусом лука. Никакого хрена, никакого ростбифа здесь нет. Вот опилки с луком. Восторг просто. Ну, с учетом того, что я ненавижу лук. Вот. А опилки я пробую впервые в жизни, честное слово. Ну, какой-никакой опыт. В общем, тоже покупала в двойном экземпляре, опять-таки, чтобы попробовать и вам показать. В общем, не советую я связываться с этой ерундой. Мне кажется, лучше Лейс купить обычные чипсы. И будет счастье, удовольствие и все такое прочее. Возвращаемся к косметической теме. Я решила купить вот такой тоник от Pure Origin. Не помню уже с каким экстрактом. Что здесь такое? Тонер для лица с экстрактом нони. Стоил он 534 рубля. Ну, это опять-таки со скидкой вот за 150 миллилитров. Не сказать, что бюджетно. Крем. Куда ты убежал? L Cosmetics. Гидроход для лица. Напоминает, знаете, такой закос под локситан. В общем, я не смогла пройти мимо этой баночки. Здесь 50 мл, стоил он 308 рублей. Посмотрим, что это за крем будет. Будет ли хоть какой-то от него толк. Два продукта от Luxe Visage, а может быть и не два. Но начнем с них. Давно хотела попробовать вот этот вот CC-крем от Luxe Visage. Я выбрала оттенок 10. Обошелся он, это самый светлый, обошелся он в 330 рублей. Слышала на него много хороших отзывов. В общем, думаю, почему бы нет, надо попробовать. И купила основу под макияж сияющую, которую расхваливала Оля Ретотом. Думаю, пойду-ка я куплю тоже. На всякий случай. Обошлась она мне в 271 рубль. Надо будет как-нибудь положить в косметичку и обследовать все это дело. Ну, чтобы мнение какое-никакое сложилось. Я купила три помады от... От кого? От Art Visage, по-моему. Это, наверное, был интернет-заказ.
Каждая помада обошлась в 212 рублей. Я купила три оттенка. Вот так выглядит футлярчик. Так, ты знаешь. Покажу оттенки. Вот такая вот розовая. Оттенок это был номер 17. Второй оттенок это 08. С какими-то блесками. И номер 14. Что-то мне подсказывает, что вот эти вот с блестками, они будут, наверное, как помада блеск. Ну, попробую, узнаю. Захотелось купить, купила. Тут уж ничего не поделаешь. Карандаш для губ. Я за него затормозила и поняла, что он мне нужен. Это Люкс Визаж. 51 номер. Вот такой нюдовый карандаш в деревянном корпусе. 148 рублей он мне обошелся. Надо, не надо, и я потом буду разбираться, уже это дело такое. Мои любимые санитайзеры, ну что у меня тут, аромат баблгам и тутти-фрутти по 126 рублей. Так они, по-моему, стоят 149, что ли, их полная цена. Да, как бы, я люблю. Мне кажется, это самые лучшие санитайзеры вообще, какие только можно себе представить. Все вот эти вот гели в бутылках, который потом липнет все это по рукам. Вот, ну, просто все это мерзость против вот этой вот штуки. И кроме того, удобная форма. Во-первых, прозрачная упаковка. Видно, сколько продукта осталось. Приятные отдушки, ненавязчивые. И удобно в карман джинсов положить. В общем, продолжу покупать. Я уже так к ним привыкла. Я не представляю себе быта без этих... санитайзеров. Три оттенка жидких теней от Люкс Визаж. В оттенке 01. В оттенке 16. И оттенок 06. Стоил каждый 179 рублей. Ну, я просто проходила мимо, смотрю, скидка, думаю, дай-ка я возьму себе несколько оттенков. Я знала, какие оттенки у меня есть в наличии. Когда-то я покупала, у меня, в общем, три оттенка лежат. Я ни один из них не пробовала. Ну, купила еще три, да, кучи. Думаю, вдруг понравится, у меня будет сразу 6 оттенков. Железная логика, как говорит мама, ну, уже что тут поделаешь. Была, когда в магазине подружка подошла к стенду Influence. Мне понравился карандаш автоматически в оттенке 02. Но был тестер, а карандаша не было. Поэтому я заказала, вот в онлайн заказ сделала с этими карандашами. Точнее, из-за них. И взяла сразу два. Настолько мне понравился этот оттенок. Такой нюдовый розовый. Каждый карандаш 299 рублей. Не обошлось и без сыворотки. В этот раз это сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой и экстрактом хаутонии. Увлажняющая и успокаивающая от Исфолиум. Вот так выглядит коробочка. И вот так выглядит эта милота. Не могла пройти мимо такой прелести. Обошлась она мне в 694 рубля. Да, ну это опять-таки вот с этой вот скидкой 20% или какой-то там, в общем, прозрачная такая, красивая, милая. Я решила, что она мне нужна. Две вкусняшки давно мной желанные, наконец-то купила. Это от марки Лабораториум в объеме 60 миллилитров. Вот такой вот увлажняющий крем, вишневый пирог. Кондитерская тема, это все мое, поэтому обязательно нужно было взять. А второй крем уже питательный, называется кофе с пончиками. Я хочу пользоваться сразу. Каждый крем стоил 359 рублей.
И последнее, что я вам покажу, я купила пудру от Vivienne Sabo. Вот эту вот, Lumiere Magnifique, наверное, так. Оттенка 01. Это пудра, которая подсвечивающая. Ну, практически прозрачная. Ну, под цвет дает. В общем, у всех есть. Я тоже решила, что мне надо. Мне настолько надоело смотреть положительные отзывы на эту пудру. Я решила, что я куплю, успокоюсь. В общем, попробую и закрою эту тему. Не знаю, понравится или нет, но, по крайней мере, уже вопрос о покупке стоять не будет. Ну, вот такие вот были покупки в этот раз. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.